Всем доброго времени суток, с вами Фанатик, и мы продолжаем прохождение Age of Wonders 3. Сандрен из Дома Инеох, Высший Эльфпут, продолжает восхождение к вершинам славы. 21-й ход у нас начался. Так, посмотрим, что у нас тут. У нас тут подготовка к налету, да, по-моему, шла полным ходом. Здесь я захватил город, и далее пойду вот этот захватывать. У нас с ними война, и, скорее всего, вот этот. Надо вот тут все зачистить с левой стороны, а потом уже идти на правую. Плюс вот здесь у меня тоже подготовка к войне с орками. Сейчас посмотрим, что у них тут. Черный рыцарь, копейщик, мечник. Стены какие? Стены каменные, блин. Надо бы мне изучить разжигание мятежа, чтобы я при осаде мог получать бафчики. Но сначала плащ кинжала изучится, а потом буду изучать его. Так, ты пока что отдыхай. Ты давай плыви сюда. Своим ходом. А, у меня здесь идет подкрепление, да? Это хорошо, подкрепление, я всегда рад. Что здесь дают? При посещении дает защиту 60% от огня на 8 ходов, плюс смерть во взрыве. Если находится смерть во взрыве, кстати, тема хорошая. Было бы очень даже кстати туда заскочить. Кого тут подкачать? Вот этого бы подкачать. Но я лучше буду штурмовать город. Вот это сейчас подтвердим передвижение. Посмотрим, что у нас еще здесь есть. Какие города, какие веси. Рексар. Ага, здесь я зачистил, забрал все артефакты. И теперь иду врываться вон туда. Так, стопы. Теперь иду вот в этом направлении. Тут город заложил враг. Непонятно, зачем он здесь город заложил. Он тут не очень. На самом-то деле здесь... Ну, хотя вот здесь знания, кстати. 20 знаний, наверное, для этого он здесь заложил. Чтобы быстренько себе прокачать навыки. Так, вот эти у меня тоже продвигаются вот сюда. Надеюсь, там армии не будет слишком много. Пока что сюда. Этот город я не могу. Могу присоединить к своей империи за 123 золота. Это будет мой опорный пункт. Угу. Интересно. Но это я еще успею сделать. Главное, деньги все не потратить. Вот этот друг у меня... Может, в принципе, куда бы его отправить-то? А давай сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут бандиты прохвосты, это плохо. Они могут забрать мой город. Ладно, неважно. В смысле завершить... Ой-ой-ой-ой. Пытается снять обыск сокровищ. У него ни хрена не получается. Сколько у него уже? 3 отряда. Навызывал себе еще животных. Угу. Ладно. Допустим. Убить великанов. Задание не выполнено. Провал задания. Ну понятно. Мне просто некем выполнять эти задания. К сожалению. У меня сейчас война по всем фронтам. Так, драгонец, личинка, прекрасно. Тут у меня новый отряд нанимается. Прохвост, дворец плута. Новое заклинание. Плащ и кинжал изучилось. Теперь разжигание мятежа обязательно. Получает новый деревень. Нет, статус, да? Я могу сейчас присоединить. Это я успею. Маленький город, статус. Производство побольше. Причем достаточно много. Теперь я получаю здесь 20... Этот важный город. Очень даже важный город. Надо здесь наклепать бойцов. А для этого мне надо здесь построить дворец плута. На это я даже деньги выделю. Тут нарушают бандюки границы. Здесь вот так сделаем. Присоединиться через один ход. Новый статус город. Ага. Здесь у меня железная хватка. А, если я правильно помню, у меня тут где-то столицу захватили, да. Вот этот вот захватили. Вот же, блин, беда.
Надо кем-то идти срочно. Ты. Значит, основываем вот здесь город. Юджум, нормально. Эти гады сбежали от меня. Ладно, я тогда туда не пойду, это что? Мне надо бы возвращаться, сколько это мне займет ходов. Непонятно. Три хода до сюда. Три хода до сюда. Ну давай, бегом сюда. Надо срочно это дело решать. Предложение вассалитета. Требуется 280 золота. На следующий ход. О, кто-то предлагает мне дань. Либо маленькую армию, так. Либо золото. Так. Здесь бы мне не повредила маленькая армия. Знать бы, сколько это. 200 золота. Приглашение вассалитета. Либо маленькая армия. Неизвестно, сколько это. Но маленькая армия мне сейчас важнее. Так что давай маленькую армию. 4 юнита, кстати. И не такие плохие. Давайте вот сюда. Надо защищать. Защищать нужно свои владения. Все, кто еще хочет мне дань дать? Вы не хотите мне дань? Мне бы сейчас очень пригодилась дань. От моих вассалов. Так. Здесь. Что мы делаем здесь? Деньги тратить нельзя. Ни в коем случае. Туточки. Это у нас рядышком, да? Но здесь надо бы кого-то нанимать. Либо строить вот это вот. Но финансы мою поют романсы. Мои финансы. Совсем все плохо с ними. Так, тут какие-то болота, извилистый какой-то путь. Жестко извилистый путь, ладно. Это мы здесь разведаем. Там конец карты уже. Передвижение. Передвижение. Давайте передвигаться по дорогам. Захватывать все новые владения. Хотя бы пару противников выбить уже будет прекрасно. Что у тебя здесь? У него тут два героя. Давайте смотреть. Герой третьего уровня и герой второго уровня. Ужасно злобный. Ого, ни хрена себе. А так-то у него юниты обычные. Ничего такого сверхсильного. Вот этот, к сожалению, не доходит. А одной армии я могу и не затащить. А ну а если коня перевести сюда, например, тоже не дойду. Проповедник, два героя. Два драгоница-поджигателя, одна личинка и один мученик-драгониц. Я, в принципе, пушкой пробью стенки запросто. Если у него не слишком много, джаггернаут тоже мне в этом поможет. Да я должен затащить, собственно. Давай-ка ты назад. И будем нападать на этот город. Нечего ждать, пока он подкопит силы. Будем нападать. Сила примерно равны, самостоятельный бой. Я достаточно сильный герой, должен затащить. И отряды у меня более качественные, хотя у него и два героя. Мне нельзя терять ни... Опа-по-по-по. Карой, передача боли. Так, ты что будешь благо делать? Сила веры. Максимальное усиление и пошли бомбы. Всего лишь два дамага? Так слабо? Не, ну эти-то могут каждый ход кидать, в принципе, у них. С этим проблем нет. Танк поехал вперед сразу же. Укрепление. Вернее, джак. Танк тоже вперед, будем поджигать. Пушечка. Прекрасно достреливает вот до этих вот. Ведем огонь. С удачей. На-на. Через стенку, как его. О, красиво. Это мне нравится. Отличная тема. А теперь. Быстрая перезарядка. Вот на этот отряд. Будем сейчас шмалять. Каждый ход будем пушкой лупить. На следующий ход здесь откроется у меня выстрел из мортиры. Где сам герой? Героя надо подвести поближе обязательно.
Он будет сейчас чинить танк. На себя можно кинуть, в принципе, защиту от огня. Но для начала я сделаю призыв осадной машины. Куда-нибудь вот к ним прям. Вот сюда. Боевой танк. Отлично. Деф. Завершаем ход. Я только недавно изучил это заклинание. И оно мне ой как пригодится. Я о нем даже и не подумал. Все, чувак, теперь ты в невыгодном положении. Огненный танк. Конечно, не то, что мне хотелось бы призвать. Ну, тараном буду таранить хотя бы. Ну, так вы будете долго. Просто долго и нудно. Камнями закидывать. У него супер броня. Так, ну что? Поджигание. Это способность через один ход. Вперед. Тараном тебе 12 единиц долбанем. И теперь огненным танком сюда. Посмотрим, что я могу сделать. Могу нанести 4-7, 4-7. А у этих иммунитет. Ну, давайте поджигать. Я, в принципе, подъехал все равно. Джаггернаут. Подъезжаем поближе. И ведем огонь, наверное. По троим могу. По троим, увы, не могу. А тут этих надо избавляться. Давай. Огонь. Мортирой. Пушка. Продолжаем вести огонь из пушки. Огонь. Неплохо. Повышение. Перезарядка. Шикардосненько. Призыв мне уже не хватает. Вот могу только световой гранатой вызвать у кого-нибудь ослепление, да? Хотя толку от этого. Ману не буду тратить впустую. Она мне еще пригодится. Быстрый рывок могу 3 раза сделать, либо исцеление. Окей. Таким образом я лучше тогда ворвусь. Хотя не достаю. Опять же, да? Давай тогда ты сюда. Летишь. Хранящий огонь на себя же. Немножко подлечился. Получил защиту от огня. Теперь они задолбутся. Это тоже усердно лечит. Ля-ля-ля, как они на танк, на танк. Как он им не нравится. Он же сейчас взорвется. Бабах! Ну, тот танк призванный мне как бы и не жалко. Жгем. И теперь можно врываться, убивать героев. Джаггер. Джаггер, 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 Джаггер. Давай-ка мы сделаем как-нибудь вот так, наверное. Скрита. На-на! Красиво, красиво. Это было очень даже. Огонь. Опять перезарядка. Понравилось, мне понравилось. Теперь надо добить вот этого гада. Или вот этого. Наверное, лучше вот этого. Чтоб он не лечил. Он еще не использовал лечение. Вот тот только использовал. Это легкая победа, ага, конечно. Обращают, ты смотри. Ух ты, скрита 11 урона. Да нет, Джаггер вы никак не вынесете. Он специально для этого сделан, чтобы штурмовать. Сейчас вот так. Шарах. Минус 2. Вот этого убить. Ладно, даже не убил.
У этого иммунитет, поэтому особого смысла в этом нет. Здесь деф. Огонь! Все, минуснул. Перезарядка инженером. Все, можно закончить ход. В 5 юнитов просто разбомбил нафиг. А вот этот больно бьет, засранец. Прямо-таки очень неприятно. Ахилить там мне его некем. В любом случае, я лучше починю джаггер пойду. Но сначала я заеду за тарани вот этого гада. Скрита так, чпоньк, 30-ку урона. Починить я, в принципе, могу и на следующий ход. Давайте лучше его убьем. То может неприятности. Подъезжаем. У этого... А, у этого не полная защита от огня. Тогда жгем. Он еще и повысился. И огонь ведем. Что такое? Я сказал огонь. Че, издеваешься? Огонь. Мимо. Ладно, не важно. Серьезно, по 3 урона? Так слабо. Все, друг, теперь ты чинишь джаггернаут на 25 единиц. И, собственно, садим из пушки. Шарах! Добивали те. Готово. Это была достаточно легкая победа. Плюс мне достались еще какие-то артефакты. Вот это интересно. Что за артефакты? Мешочек, ну-ка. Ух ты, опа-на, легендарная, как у меня. Это отличная новость. Обычный меч берем, продаем. Тапки, тоже неинтересно. Духовный луч, это нормальная тема. Духовный луч отправляем вот этому товарищу. Тапки ему же. Меч, я не помню, есть у него или нет, но отправлю ему. Так, вот эту вот робу я не знаю, кому лучше отправить. Давайте сначала... Сначала я отправлю все-таки самому главному герою, а там посмотрим. Хороший артефакт. Очень даже. Здесь у нас драгониты, да, живут? Да, в принципе, я не буду их перезаселять. Я всего лишь их присоединю. И все. Отлично. Теперь ожидаем приказов. Ты тоже присоединяйся сюда. Вот тут еще враг. Вот тут еще враг. Это мы сейчас с ними пойдем разберемся. Вот тут еще фортпост, да, вражеский. Хорошо. То есть не полностью его, еще здесь город. Но герой ему вынес. Сейчас надо максимально быстро идти и захватывать все города. Так, вот эти штурмуем. Как бы мне так вот с этой стороны заходишь ты. Феи. Вот с этой стороны заходим. Барды не уверен. Ну, негде. Барды можно вот так зайти. А ты вот с этой стороны нападаешь. Штурмуем по полной программе. Да, и все 4 отряда участвуют в битве. Ты смотри, какая красота. Вот это я хорошо подготовился к осаде этого города. Не понял, а где стены? Стен нет? Стен нет? Да, это вообще легко. Это тогда просто. Очень просто. Ого, огненными шарами кидается. Ты смотри, какой. Ну ладно, гоблины эти не так важно. Потеряю, если даже не сильно обидно будет. Так, очарование, рывок. Где мой основной герой? Норлик, 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 вот он, Норлик. Давай-ка. Исцеление гоблинов.
Нечего мне тут это магией наплевывать. Смотри какой. Кто у нас попрочнее? Герой попрочнее, так что давайте. Выдвигаемся вперед, попробуем максимально много очаровать вражеских юнитов. Вот этого тоже выведем. Пусть друг качается. Что он может наколдовать? Он может колдануть, в принципе, световую гранату. Мы этим воспользуемся. Это у нас кто? Это у нас какие-то мечники, неинтересно. Слепота, шанс 30%. Вот на этих, например, на копейщиков не сработало. Жалко. Дави его подводим. Человек-рыцарь. Подводим. Варк. Мечники. Этот уже походил. Вот этих подводим. У него тоже приличная там такая армия. Ничего. Знание ядов. Вот этот. Без загороженного. Всего лишь за расстояние 8 дамага, кстати, прилетело. Неплохо. Можно разорвать контроль. Фея, обалденный скилл. Так, ты давай вперед. Гоблинский жук, это мне на халяву, который достался. Так, вот эти сюда. Подводим всех плевунцов. Феи тоже максимально близко, они дальше всех стоят. Так что подводим их прям. Так, поближе, поближе. Теперь про хвосты. Про хвостов слишком близко подводить не будем, а то они могут и сдохнуть. Так, барды, и у нас еще про хвосты. Про хвосты получают очень много опыта, их бы подкачать было бы не лишним. Так, драгонец бард сюда. Драгонец бард второй сюда. Полномасштабное наступление. Опять он. Вот он их не любит, ты смотри. Почему именно те самые слабые, что ли? Еще и кровотечение вызвал. Эти тоже. Ладно, окей. Такс. Норлик. Давай, максимально близко. Выдвигаем тебя. И колдуем супер-мега заклинание. Благословление ХП. На все мои войска. Так. Теперь. Подлетаем здесь поближе. Это у нас кто? Орк-мечник. Орк-черный рыцарь. Я сейчас попробую очаровать орка черного рыцаря. Это сколько? 55%, 70% шанс. Очарование 45%. Давайте вот этого. Очарован. Прекрасно. В деф. Прекрасно. Сейчас будут страдать его войска. Так, ты. Максимально близко. Гоблин неприкасаемый. Сейчас мы плевнем кого-нибудь. Ну, тебя, например. Отлично. Жуки. Жуки пока подводить не буду. Вы вперед. Гоблин практически дохлый, поэтому вперед я его пока что вести не буду. Так, вы. Огонь. Сейчас заплюем нафиг. Давай, максимально сюда. Отлично. Про хвост. Тоже максимально близко. Огонь. Шикардос.
Бард, очарование попробуем сейчас использовать на у того, который подальше. Сработала защита. Жалко. Но я попытался. Не достает ни до одного, ни до второго. Ну тогда просто огонь. Два урона, это, конечно, ни о чем. Сейчас я попробую его заблокировать с этой стороны. Отлично. Пикси. Это обычная лютиковая фея. Не долетает, к сожалению, никуда. Вы идете на тот фланг. Скачок. Да куда я могу? Нет, слишком далеко. Это слишком далеко. Не достану ни до кого. Вы вперед. Плюемся в героя. Неплохо она плюется. Прям очень даже. Отлично. Теперь лучники. Вы знаете свое дело. Огонь. Красота. Ну и теперь заводим жука и добиваем его. На-на. Блин, да ладно, не хватило. Как же так-то? Хорошо, у нас есть что? Правильно, еще один герой. И у него есть выстрел из мушкета. В спину. Пах! Повышение. Отлично. Давило. Идешь бить баррикаду. Можно было зайти. Ну и вот эта вот фея поближе. И шмаляем вот этого вот. Раз. И еще разочек. Прекрасно. Человек-рыцарь. Человек-рыцарь, куда бы тебя завести? Давай-ка вот сюда. Вот здесь нужна твоя помощь. Гоблин неприкасаемый. Еще можно сделать целый один плевок. Ну откуда-нибудь вот отсюда сейчас. Стоп. А, то варк был, ладно, окей. Этот, скорее всего, погибнет, но фиг бы на него. Плюнем. 4 урона. Все, завершаем ход. Хорошее такое полномасштабное. Воу-воу-воу, снимает. А у него ни хрена не получается, да? Пытается снять. Полномасштабное убил он все-таки этого одного чувака моего. Ну ничего, я у него рыцаря уже очаровал. Ого! Больно он по этому наезднику-то долбанул. Очень даже больно. Потери тут неизбежны, я так смотрю. Неудача. Если бы была удача, все, конец бы ему был. Да, загрыз. Загрыз моего жука-наездника. По всем фронтам начались бои. Ну хорошо. У меня есть вот этот орк-наездник. Сейчас мы всех тут победим. Давай, боевой клич. Вперед. Один готов. Вот этого было бы неплохо заморозить. Отлично, два хода отдохнет. Теперь скачок. Спину. Плевок. И добивание. На этом фланге мы разобрались. Это хорошо. Этих заморозил. Тут еще два огненных пса. Он заблокировал моих лучников. Мне надо как-то от них избавиться. Нет, это не нравится, что он их заблокировал. Вот прям вот вообще не на никак. Надо его развернуть в мою сторону. Так.
Загороженный обзор 50%. Давай-ка. Давай-ка, наверное. Как тут лучше поступить? По всем фронтам на меня атака. Орков-меченосцев, атакуй. Все, затыкал. Вот эти можно зайти с фланга, продамажить их некисло. А потом попробовать добить вот этим. Давай-ка, так и поступим. Хорошо. В смысле? Ай-яй-яй, не получается. Не получается никак. Ладно, попробую сейчас вот отсюда плевануть. Нету загороженного обзора. Раз. Два. Три. Неплохо. Этот не доходит. Этот в обход. Ну, добить я, в принципе, должен. Давай, покажи свою удаль. Отлично. Этот есть. Что с вот этим псом делать? Пес и вот этот орк. Мне совсем не нравится. Здесь у мои подошли. Попробую вот отсюда. Так, штраф 50%. Здесь плохо совсем. Вот в этого тогда. Раз. Два. Шикарно. У меня теперь норлик ходит. Норлик, норлик, норлик. Так, стоп. Вот эти разблокировались, да? Раз вы разблокировались, давайте вот сюда подойдем. И сзаду. Сзаду этих песиков. 12. 12. 13, отлично. Прям вообще четко, просто. Так, ну, мы продолжаем движение, штурмуем вот это вот укрепление, убрать. Чтобы можно было спокойненько, без загороженного обзора там воевать. Благо он так и не снял. Я попробую еще сейчас обратить, например, вот этого вот. А, это герой, нет, вот этого не получится. Орк-копейщик и орк-лучник. Ну давай. Вне досягаемости. Давай поближе подойдем. Поближе подойдем. Лучников обратить. Огонь в спину своим же. Неплохо. Еще и кровотечение на два хода. Вот здесь что делать? Этим я могу отступить. Этот уже бард пробовал свои силы. Сейчас попробую. Вот этим еще. Очаровать. Шанс 55%. Давай. Отлично, очарован. И вот этого убить. Супер. Хорошая острота. Отлично сработало. Вы продвигаетесь. Даже до кого-то доплевывает. Огонь тогда. Плевунцы. Огонь. Не добил, к сожалению, но у меня здесь есть бард, который прекрасно с этим справится. Готов. Вы тоже давайте вперед. Двух наездников я себе обратил в свою веру. Это прекрасно. Это мне нравится такое. Вот здесь почти дохлый прохвост, которым надо бы... Надо бы как-то, наверное, вот отсюда. Сейчас я недосягаемости. Еще ближе тогда надо подойти. Калечит, сработала защита. Вот этого тоже сюда. Огонь. 7 урона. Все. Кто остался? Остался еще вот этот прохвост, который может занять более выгодную позицию и провести огонь. Колдовать я уже не могу, все походили. Ну, сейчас какого-нибудь прохвоста прибьют, это 100%, а может быть и обоих. Этот умер. Так, он что, убил моих собак, что ли? Нет, собак он моих не убил. Варги целы. Это хорошо. Так, ты у нас очаровал. Исцеление на варгов.
Гоблин-разбойник, вперед. Немножко повоюем. Ну и добьем. Наверное, надо было сначала выстрелить, когда бы добил. Так, ну там есть кому с ним разобраться. Вот этого надо убить. Уже раз я зашел, этот все еще отдыхает. Тогда вот этого убиваем. Орка. Копейщика нафиг. Готов. Ведем огонь по вот этой псине. Тоже готов. И героя покачаем. Да ладно, не добил. Слабоват ты. Эти все померли. Померли. Наездник на варге. Никуда не добежит, но я подведу его все равно поближе. Ну, этим скачок могу использовать вот сюда. И плюнуть вот в этого засранца. Должна его смерть настигнуть. Все, остался последний. Сейчас я ему с фланга долбану. Отлично, победа за мной. Я потерял, получается, троих, да? В этом отряде жук, в этом отряде прохвост погиб. Даже не троих, я всего лишь двоих потерял. Норлик в своем отряде возродил неприкасаемых. Надо ему каких-то более сильных юнитов, наверное, отправить. Захватил я два. Одного орка, да? Двух орков. И еще орка Бритвоука. Я даже в плюсе. Красота. Какая красота. Драгониц давила. А еще тут артефакты у него есть. Ага. Ага, интересно. Давай-ка ты. Вот сюда. Это что за посох? Неплохой. Неплохой. Тебе. Арбалет. Давай тебе, Джулия, на арбалет. Ты друид, тебе арбалет пригодится. Предводитель получил новый уровень. Это прекрасно. Я могу ему чего-нибудь полезного изучить. Удар убийцы. Не нужно оскорбление, не нужно пробивание брони. Возможно, свободное перемещение. Неинтересно. Калечит, наверное, вот этот. Изучу. И добивающий удар. И будет то, что надо. Плюс прокачался еще вот этот герой у нас. Новенький, который привел армию людей. Можно ему изучить экстренный ремонт. Давай. Всего лишь за 2 очка. Нормальная тема. Изобретение. Знамя громад. Вот. Имперская власть, перегрузка, ремонт. Нет, это все тебе не нужно. Давай тебе прокачаем здоровье. И еще здоровье. Вот ты не совсем нуб был. Город ждет. Ждет. Просто присоединяем его. Раз он ждет. Я бы, конечно, продвигался вглубь его территории, но мне надо как-то идти и освобождать свой город. Не знаю. Как-то надо идти и освобождать. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Мне все еще меньше денег стало. Я захватил войска, теперь мне надо их содержать. Ладно. Что тут у нас? Есть золотая шахта. И надо вот этот источник воды освободить. Это у меня есть кому заняться, да, этим вопросом. Отряд фей тоже прибыл мне на помощь. Я, в принципе, могу. Что я могу здесь сделать? Два неприкасаемых. Какие они способности получают? Маскировка в болотах. Какая-то бесполезная способность. Этот вызывает кровотечение. На элите. Тоже не очень.
А у этого просто крепкая воля. Ну, крепкая воля получше способность тогда. Хорошо, я захватил двух черных рыцарей, этим я воспользуюсь. Вы пока что отдыхайте, раз вы город захватили. Артефакты мы уже распределили, ты тоже пока отдыхай. Все равно ты далеко не уйдешь. Ты плыви сюда. Будешь вот здесь вот. Так, а вот этот товарищ продвигается вперед, пока друид никак не пригодился. Я могу попробовать по пути захватить себе еще единорогов. В принципе, приручить. Почему бы и не сделать это? Ты продвигаешься сюда. И вот этот, не знаю, присоединять, не присоединять. Мне тупо денег не хватает. Так, вы пока отдыхаете. Вроде бы все походили. Вот здесь у меня вверху. В ледяные... Ага. Этот гад вниз побежал. Как только моя села на корабль, да? Сразу этот рванул. Наступать на мои города, да? У меня тут ни хрена защиты нету. Блин. Короче, вниз я не смогу пойти. Мне надо вот с этим гадом расправиться. Здесь город строится, его сразу же заберу. Там мне нельзя терять его. Мне он нужен, мне нужны эти деньги. Я бы, конечно, еще подружился с драконами, но их задание делать просто некогда. Мне со всех сторон атакуют. Атакуют меня со всех сторон. Ну ничего. Сейчас мы постепенно. Так. Снимает обыск сокровищ. Этот куда-то рванул вперед. Ага. Вот так ты, значит, да? Ну я сейчас тогда приплыву. Просто переплыву это море. Вот в этот город. Посмотрим сейчас. Заклинание, значит, мое сняли. Угу. Нейтральные вот эти агрессивные отряды захватили. Вы основали город. Прекрасно. Теперь у меня плюс 40 золота. Сколько он дает? Собственно, 63. 63 с товарами. Хорошо. Хорошо. Только защищать его некому. Но денег хорошо так дает. Мне туда надо будет нанять кого-то. Так, ты... Здесь гном прохвост. Я могу здесь клепать армию и выводить их на поверхность. Здесь все это такое. На поверхность. На поверхность. Где я могу их вывести на поверхность? Только лишь, наверное, вот тут где-нибудь. А это, в принципе, годится. В принципе, вполне себе годится. Вот это нормально будет оборона. Давайте выдвигаемся. Как раз поможет в захвате города моим тем войскам. Здесь у меня фортпост. Подожди, это где? Это у нас вот здесь. Я могу их тоже вывести на поверхность. Фортпост мне здесь... Хотя фортпост 20 золота дает. Нельзя его отдавать. Просто так. Нет, это я оставляю. Это важно. Здесь что ты хочешь от меня? Это просто город моих вассалов вырастает. И платит мне 42,10 каждый ход. Это ж прекрасно. Это ж просто прекрасно. 152 плюсом золота в ход. Что ты хочешь от меня? Он хочет, чтобы я уничтожил... Чтобы я вот этих уничтожил. У меня где-нибудь здесь... Тут пауки еще бегают. Красоте. Но этих войск мне не хватит уничтожить. Да. Денег собрать тут попробуй собери. Все сложно. Достаточно. Нарушены границы в... Опа! И отсюда наступают. Это плохо. Этот город нельзя терять. Отменить.
хоть кого-нибудь. Прохвосты. Двоих прохвостов. Призыв. Призыв ворона. Нет, стоп, отменить. Хотел бы с сокровищами сейчас... Никак не поможет. Против этих вообще будет сложно сражаться достаточно. Прям капец. Так, ладно, город этот присоединяется к моей империи. И что он мне по деньгам? 33 золота дает. Это прекрасно. 33 золота мне пригодится. Этот город. Тоже начинаем клепать прохвостов. Армия ожидает приказов. Этим я, в принципе, могу на разведку сюда вперед пойти посмотреть. Вот этого хлопнуть. Засранца. Вот этот бы город тоже отжать. Некромский. Ух ты. Интересно. Охраняющие знаки. Этот город отмечается... Ух ты, 16 урона каждый ход. Если за один ход не дошел, получаю дамаг. Хороший маг. Достаточно сильный. Этот у нас почти фуку уже нанял, да? Мне надо как-то распределять войска. Чтобы не потерять все города. Здесь у меня прохвосты нанимаются. Это хорошо. Но это мне не сильно поможет. И добежать за один ход я тоже не успею. Обыск сокровищ снят. Статус город. Вот эти сокровищницы было бы неплохо захватить. Но сейчас у меня нет на это сил просто. Здесь 10 знаний дополнительно я получу. Прекрасно, это мне нравится. Прибыл предмет, имущество. Ну-ка. Давай-ка. Будешь вот на этом кататься теперь. Бритва лук оставляется на защите. Значит, гоблины. Вот этот остаетесь здесь. От вас толку все равно мало. Будете в охране. Одного прохвоста оставляю. Драгоница тоже здесь. 4 юнита. Тут у нас получается уже практически фулочка. Барды. Бардов я возьму с собой. Вот эти объединяетесь. Такая будет такая наступающая армия. Давайте вот гоблину. Нормально. Куча коней. Просто куча коней. Феи полетели в наступление. Давайте я вот этих драгонитов еще тоже оставлю на защиту города. И надо бы здесь, после того, как он присоединится, хотя бы деревянные стены воткнуть. Потому что так оборонять его не получится. Вот этот бард присоединяя вот в эту армию. Давила. Душила, давила. Ну, давила нормальная тема. Ты тоже здесь остаешься. Хотя мне бы в армии дополнительный бард не помешал. Давайте, наверное, вот этого лучше хмыря оставлю. Ты сидишь сюда, а барда бери себе. Все. Вот так распределяем. Вот этих надо почистить. Хотя, мне захватить их не получится просто на автобое. Просто на автобое. Так, 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 так. Ты идешь на вступление. В наступление, Норлик, в наступление. Объединяем силы. Погнали. Ну, а тебе придется идти назад, потому что мне нужна помощь будет... Либо вот этих пойти разбить. Давай-ка. Вот здесь можно взять ягодки. Подойти к границе. Ой-о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 й. У него там приличная армия. Хоть и нубов, но тем не менее приличная. А у меня нету блага ХП. Там, правда, стенок нет, так что я должен с ними справиться. Возможно, еще получится парочку переманить на свою сторону. Ладно, становимся здесь лагерем. Нарушены... Чего? Границы владений. А, это вот эти. Нафиг бы на вас. Нарушены и нарушены. Вы. Подъезжайте. Вы. Идем штурмовать дальше. Бегом.
такие пикинеры, толку от них мало. Наступление. Я бы взял, наверное, одного коника и все. И пошел бы основным героем просто наступать вперед. Коника, давай-ка. Ладно. Забираем форпост. Просто. Коника вперед. А вы идите охранять вот этот город. Здесь. Здесь вы остаетесь на охране. Чтобы никто, не дай бог, не пришел. Вот это, кстати, не зачищено ни хрена. Этим надо будет вопросом заняться. Чтобы больше знаний у меня было. О, да ладно, я еще так прилично могу подойти. Посмотрим, что у него здесь есть. Никого? Или кто-то все-таки есть еще? Фигня, вопрос. Атакуем. Нет, самостоятельно не хочу. Они сейчас побегут, об стены разобьются. Это, блин, такое. Ну, вернее, не самостоятельно, а автоматически. Давай, ходи. Герой у тебя в откате. Отдыхает. Поэтому магией ты меня не долбанешь. Джаггернаут. Вперед. Пушку подводим поближе. Огонь. Танк. Герой. Не достаю. Жаль. Ты перезарядку. Очень полезный инженер. Перезаряжает орудие, и все хорошо. Сейчас Джаггернаут там подведу, расхреначу все каменные стены. Если он доползет, конечно, до туда. Должен. Блин, не достаю. В любом случае, надо подъезжать как можно ближе. И с мортиры долбанем сейчас. Красиво. Бабах! Неплохо. Джаггернаут качается быстро. Уже элита. Уже поджигает. И на следующем еще получит 10 здоровья. У него уже 150. Вот это да. Так, ты. Давай. Исцеление под защитой огня. Пушка. Ведем огонь. Шарах! Один готов. Перезарядка. Этот красиво ушел в мир иной. Теперь подъезжаем и поджигаем вот этих вот засранцев. Завершаем ход. Танк максимально отводим. И сейчас шандарахнем вот так вот. Красиво. Баба! Вот мне нравится этот скилл. Суперский. Вот этого надо убить. Этот готов. Пушка достанет. Ну ладно, давайте хоть куда-нибудь шмальнем. Просто покачаем пушечку. Почему бы и нет? Завершить ход. Все. Ты позор народа драгоницев. Манипулятор, подстрекатель, предатель. Теперь твой труп пошел на корм червям и растениям. По делам. Земля поглотит твои грехи. И превратит их во что-то прекрасное. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Фай Дурал Дзирикон какой-то, боже, вы назвали. Проигрывает. Поражение. На 23-м ходу вы захватываете тронный город соперника. Фай Дурал Дзирикон в этом... Время находится в пустоте. И, соответственно, сразу же погибает. Возродиться ему просто негде. Отлично.
Первый повержен. Ну и на этом, я думаю, можно закончить эту серию. Сейчас посмотрим, что за артефакты он нам предоставил любезно. Всего лишь посох. Ладно, возьму посох вот этому гному. Ничего ценного, конечно, у него нет. Город мы присоединяем. Драгоницы нам не враги, драгоницы наши союзники. Так вот, всем спасибо за просмотр. Всего хорошего и до новых встреч. Поддержите лайком и подписочкой, если вам не сложно. А мне приятно. Услышимся.